Сейчас я передаю слово моему коллеге Александру Шевель. Он расскажет о спортивных новостях. В рамках спартакиады среди предприятий, учреждений и организаций Амурского муниципального района, посвященной 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошли соревнования по волейболу. 12 команд представителей предприятий и организаций города и района встретились в спортивном зале детской юношеской спортивной школы, где прошли волейбольные баталии. Команды были разделены на две подгруппы. Игры оказались зрелищными и интересными. Зрители, которые пришли ее посмотреть, не пожалели. Борьба разгорелась упорно, и до самого финального свистка судьи волейболисты выкладывались полностью. В подгруппе А победителем стала команда «Полиметалл». Не проиграв ни одного матча, второе место взяла команда АЛК, третье место завоевала команда «Созвездие». В подгруппе Б, не проиграв ни одного матча, первое место заняла команда Амурского политехнического техникума. И три команды администрации Амурского района, администрация города Амурска и Почта России набрали одинаковое количество очков, поделили второе место. Также в рамках спартакиады прошло соревнование по шахматам. В первой подгруппе лидером оказалась команда «Созвездие», набрав 12,5 очков. На 1,5 отстала команда ТЭЦ-1, уверенно заняв вторую позицию. На третье место вышла сборная ОМВД. Во второй подгруппе сборные администрации города и района набрали одинаковое количество очков, но по количеству выигранных встреч на первое место вырвалась команда администрации города. Итоговую таблицу вы видите у себя на экране. Завершился муниципальный этап президентских состязаний. За право представлять Амурский район на региональном этапе президентских состязаний боролись 48 мальчишек и девчонок 6 классов из 3 общеобразовательных учреждений города Амурска – школы номер 2, 3 и 6. Соревнования проходили по 3 видам – спортивное многоборье, теоретический курс и легкоатлетическая эстафета. Лучшие знания истории спорта в теоретическом курсе показали 6-классники школы номер 3 города Амурска. Свои скоростные качества ребята показали в легкоатлетической эстафете. Здесь также отличилась класс-команда 6-классников школы номер 3 города Амурска. По сумме всех видов в общекомандном зачете победителями стали учащиеся 6-го Б-класса школы номер 3 города Амурска. Они и будут представлять Амурский муниципальный район на краевом этапе президентских состязаний в городе Хабаровске с 25 по 29 мая 2016 года. Также завершился муниципальный этап всероссийских спортивных игр школьников – президентские спортивные игры. Соревнования проходили среди команд общеобразовательных учреждений города Амурска. В каждой команде было по 10 мальчиков и по 10 девочек 2001-2002 года рождения. Организатором мероприятия выступил отдел молодежной политики и спорта и управление образования администрации Амурского муниципального района. Соревнования прошли в командном зачете по плаванию, шахматам, баскетболу и настольному теннису. По итогам соревнований отличились команда школы номер 3, вторым стала сборная школы номер 6, на третьем месте оказалась школа номер 2. Команда-победитель награждена кубком и дипломом. Призеры командного первенства были также награждены дипломами соответствующих степеней. Победитель муниципального этапа всероссийских спортивных игр школьников президентские спортивные игры представит Амурский муниципальный район на краевом этапе президентские спортивные игры, который пройдет с 1 по 7 июня 2016 года в городе Хабаровск.